Открывай дверь. Сейчас Аргон. Молодец, открывает. Он уже несколько раз открыл. Все, заходи. Постоянно я захлопываюсь. Помощник. Я вышла в сад, ключи забыла. Серьезно? Да. И он открыл? Да. Аргон. Думала уже через забор перелазить. Позвала, прыгнул, открыл. Вот он на своего, на своего папу стал похож. Да? Да. Помогает мне хороший мальчик. Довольный какой, жирный. Жирный и довольный. Приедет Сережа. Да, шорты такие. Да, на диету не мешало бы. Не мешало бы походить еще по асфальту, чтобы когти постачивал. Да-да. Летом просто мы все вместе гуляем вечером. Идем. Покажешь лужайку, Люды. Покажешь. Хочет, чтобы с ним поигрались. Он с Сашей играет. Сашей, да? У них своя дружба, да-да. Ага. Да, она его обожает. Видишь, тебе дает мячик. Ну, он, конечно, монстр такой. Такой шерстяной монстр. Жирный. Жирный. Он не просто сильно, очень сильно. Но в то же время, смотри, как он легко двигается. При таком весе. При таком весе он легко... Сейчас я ему дам вкусняшку. Идеально выполняет идеально команды. Ко мне, рядом. Ух ты. Да, еще помнит. Слушай, лучше, чем у Сережи. Я помню, Сережа командовал, но он не с первого раза. Нет, это сразу. Сразу, да? Да, он меня слушает. Да и Сашу он слушает. И Сашу слушает. Саша молодец какой. Саша вкусняшек натаскает, знаешь. Сама бежит, говорит, мама, я Аргуну вкусняшку сейчас принесу. Аргун только... А, понятно, почему Аргун такой толстый. А, ну да, она ему там легкие вот эти запеченные дает. Собачьи, да? Да, да, да. А. Ухаживает. Аргун, что ты делаешь? Ухаживает. Ой, за другом. Да. И этого облизывает, и того облизывает. Золотая собака. Просто золотая. Ну идем уже на лужайку еще глянем. Аргун, покажи лужайку. Пошли. Аргун. Идем. Лужайку показывай. Вот. А он тут валяется. Валяется, да? Да. Самое главное. Качается и валяется. Да. Самое главное, что его никто не закрывает в вольере. Он ходит. Не-не, он целую ночь, целый день здесь. А ты сказала, думаю, ну, знаешь, первый ты приедешь. Да, он мог сперва меня не узнать и кусануть, но я он прекрасно меня помнит. Ложись. Иди. Лежи. Ой. Ой. Какая красота. Он такой шерстяной монстр. Да. Никогда не был таким. Же, это еще и сало. Это не только шерсть, это еще и сало. Да? Да. Ну такой, да, толстый. Ну хорош, он двигается очень легко. Он хотя он толстый. Скачет и прыгает. Очень красиво там стоит. Аргуш. Красивый. Аргун, конечно, красавец. Но нет. Сережа приедет, его немножко похудеет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И мопс. Мы будем здесь тоже убирать, площадку делать. Площадочку, да? Угу. Шезлонг поставим. Ну и правильно. Какой он огромный. Пошел. Но он меня охраняет. Ну, понятное дело. Красавец. Что ты будешь делать? Аргун, все. Пошли гулять. Сейчас пойдем гулять. Это он намекнул, что хозяйка, пора. Нет, на вечернюю. Мы уже выходили. Нет, ну, видимо, он не сделал. Все, пошел гулять. А он просто, наверное, много кушает и много как. Да, меньше кормить надо. Ну да, но я его один раз кормлю. Раздели на два приема. Поменьше? Да, вот эту порцию раздели на два приема и, ну, даже не эту порцию, а ее немножко уменьши, но на два приема. Потому что движется он идеально, легко. Mm-hmm. Вот, и а похудеет. Всё тяжеловато, да, да, вес лишний. Конечно, лишний вес это... Что ты, нравится тебе твой корм, да? Скажи, это хороший корм. Это с ягненочком. На ягненочке, на мясе ягненочка. Любит его, да? Так, спасибо, все, Люда, все скажи. Ай, жирный Лишь. Какой! Ай, жирный какой! А мягенький какой. Я думала, вольер будет пониже сделать, знаешь, чтобы он сверху выпрыгивал. И такую высокую сделаю. И да? Он не может. Не-не, не надо ему выпрыгивать. Еще нога застрянет. Да? Ну, конечно. Это будку, в смысле будку пониже, да? Да-да, думала пониже, знаешь, чтобы он сверху мог сидеть. Ага. Они такую высокую не сделали. Не, это нормально. Они, да, они делают так, чтобы можно поставить там какие-то амуницию какую-то, чтобы собака не достала. Вот такой вот. Все. Он ждет. Пойти на улицу покакать. Ты гулять хочешь? Пойдем да, гулять? Конечно гулять. Да? Конечно гулять. Морда шикарная.
Просто шикарный, но толстый. Шикарный, но толстый.